Духовное образовательное учреждение «Иман» объявляет набор абитуриенток на 2011-2012 учебный год. Уникальность учреждения заключается в соединении в нем светского и религиозного образования, а также в высоком уровне организации учебно-воспитательного процесса. В программу входит изучение основ «Имана», ислама, изучение Корана, истории пророков, исламская культура, религиозное право и другие дисциплины. Одновременно студентки получают навыки работы с современными информационными и компьютерными технологиями, изучение основ медицины, русского языка, каллиграфии. Кроме того, у нас предусмотрены различные формы обучения, совершение намаза за один день, трехмесячные курсы изучения основ ислама и чтению Корана. Внимание! При учреждении ИМАН открыто представительство Института теологии и международных отношений, факультет теологии и религиоведения, очная и заочная форма обучения. Принимаются абитуриенты на базе 11 классов. Перспективы выпускника Института теологии и международных отношений – это работа в школах, колледжах, вузах, государственных и религиозных учреждениях. По окончанию выдается диплом государственного образца. Наш адрес – город Хасавюрт, улица Красноармейская, Абдулаева, 1. Справки по телефону 8-928-525-37-35.